Всем привет, друзья! С вами Странник. Сегодня начинаем играть в Fallout 3. Игра «Золотое издание». То есть издание игры года. Разумение и надежность. Будем знать. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you, no other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love, and with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world. Я просто играл это в Нью-Вегас. Ну и очень-очень давно в Fallout 3, но как бы нифига сюжет не помню. Война. Война никогда не меняется. С самой зари человечества, когда наши предки впервые взяли в руки камни и палки, кровь лилась рекой во имя чего угодно, от бога и справедливости до банальной ярости психопата. В 2077 году, после многих тысячелетий вооруженных конфликтов, разрушительная природа человечества не смогла дальше сдерживать себя. Мир оказался ввергнут в гиенну атомного огня и радиации. Но это был не конец света, как предсказывали некоторые. На самом деле, апокалипсис стал всего лишь прологом к очередной кровавой странице истории человечества. Ибо хотя люди и преуспели в уничтожении мира, война не меняется. В первые дни тысячи людей спаслись от ужасов Армагеддона, укрывшись в гигантских подземных убежищах. Но когда они вышли наружу, их встретил лишь выжженный ад пустошей. Всех, кроме жителей убежища 101.
ибо в тот день, когда небо пролилось огненным дождем, огромная стальная дверь убежища 101 закрылась навсегда. Это здесь вы родились, и здесь же и умрете, ибо в убежище 101 никто не войдет, и никто не выйдет. Ну-ка посмотрим, ты мальчик или девочка? Мальчик. Мальчик? Мальчик. Кэтрин, у нас сын. Прекрасный, здоровый сыночек. О, Джеймс, у нас сын. Мальчик. Наш прекрасный сын. У тебя впереди большое будущее, сынок. Я уверен. Дай-ка посмотреть на тебя. Привет. Я твой папа, малыш. Папа. Тебе потребуется имя, верно? Мы с твоей мамой долго это обсуждали. Как тебе нравится имя... Хорошее просто имя. Правда? Отлично тебе подходит. Кажется, они закончили генную проекцию. Ну-ка посмотрим, как ты будешь выглядеть, когда вырастешь. Европеоид. Прическа мне сейчас нравится, но норка так. Окей, еду. Блин, даже не знаю. Мефистофель, Читин, Карцинеры, Умбре, Ренегат, Грубин. О, подходит. Да, пускай таким. Просто вылитый я. Видишь, Кэтрин? О, какой крепенький. Перед тобой откроется огромный мир, сынок, полный разных людей. А ты? Каким человеком будешь ты? О, ты Джеймс. Просто... Кэтрин. Джеймс! Кэтрин! А что-то... Остановка сердца. Что-то... Давайте не прямой массаж. Уберите ребенка отсюда. Давай! Давай! Раз и два и... Давай! Держись, Кэтрин, держись! Нет. Но имей в виду, нам нужен доктор. Так, умерла. А теперь... Не смотри прямо на свет, сынок. Глаза заболят. К этому тебе здесь придется привыкнуть. И будет у нас отлично. Подойди ко мне, сынок. Ну, давай. Иди к папе. Ты справишься?
Ничего себе! Боже мой! Едва год исполнился, а как уверенно ходит. Мама бы тобой так гордилась. Слушай, малыш, я знаю, тебе не нравится, когда папа тебя оставляет. Но потерпи минутку. Побудь тут, пока папа сбегает в кабинет. С тобой все будет в порядке, сынок. Я мигом вернусь. Листаем книжечку. Боже мой. Сила. Хотя нет, сейчас посмотрим, что тут. Восприятие. Нет, это тоже желательно. Выносливость. Тут еще харизма. Интеллект. Агилити и ловкость. Ну и ловкость. Я не могу взять, да? Да. Вот так маленький исследователь. И по делам мне. Что я? Не стоило тебя запирать. Иди сюда. Хочу тебе кое-что показать. Видишь, это была любимая цитата твоей мамы. Это из Библии, Откровение 21:6. Где? Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Она всегда это любила. Ладно, пошли. Пойдем посмотрим, хочет ли твоя подружка Амата поиграть. А вот интересно, Нью-Вегас с русской озвучкой есть? Эти ваши эксперименты, идиоты, пустая. Мы экспериментируем, чтобы быть готовы, солнышко. Иначе нам не выжить. Конечно, мне... Сюрприз! Стэн, ты слишком быстро включил свет. Ты ослепил бедного ребенка. С днем рождения! Поверить не могу, как быстро он вырос. С днем рождения, сынок! Поверить не могу, что тебе уже 10 лет. Я так тобой горжусь. Если бы только твоя мама... молодой человек. Мне не нужно говорить тебе, что это особый день, верно? Здесь, в убежище 101, когда тебе исполняется 10 лет, ты начинаешь участвовать в общей работе. Так что вот, как смотритель, вручаю тебе твой личный Пип-бой 3000. Привыкай к нему. Завтра ты получишь первое рабочее задание. Ура! Веселись, это твой праздник. 10 лет бывает раз в жизни, так что наслаждайся. С днем рождения! Ха-ха, твой папа боялся, что ты обо всем догадаешься. Но я сказала ему, чтобы не волновался. Тебя так просто обвести вокруг пальца... Всегда пожалуйста. Но на самом деле почти все сделал твой папа. Я просто помогала все украшать. Эй, спорим, ты не угадаешь, что я подарила тебе на день рождения? Ну, угадай. Ха! Я знала, что это будет сюрприз. Кто твой любимый варвар? Правильно, Грогнок. Выпуск 14 и все страницы на месте. Хочешь верь, хочешь нет. Нашла его в коробке папиных старых вещей. Представь себе, папа читает комиксы. Наверное, всем когда-то было 10 лет.
Ладно, лучше я отпущу тебя пообщаться с остальными гостями. Потом поговорим, ладно? Так. Снаряжение. Веселишься? С днем рождения, сынок! Праздник удался? Надеюсь, ты ценишь вклад Аматы в этот праздник. Ты ей очень нравишься, вот уж не знаю почему. Несмотря на то, что Амата моя дочь, я не позволю скомпрометировать себя как смотрителя. Я, конечно, всецело поддерживал ее усилия, но я не могу выделять дополнительные ресурсы для ее проектов. Мой долг как смотрителя – быть справедливым. Ни больше, ни меньше. Я знаю, Амата хорошо это понимает. С днем рождения! С днем рождения, Замурыш! Внимание, внимание! Время! Погоди, чего? А то сейчас не все... Резать торт! Пачкает. Энди, подожди! Нет! Веселишься? Веселишься? О, нет! Как дела, позволь сынок? Позволь мне поздравить тебя с днем рождения! Я бы предложил... Позволь мне поздравить Пап, тебя с днем рождения! Пап, я же просила тебя не быть таким я официальным! Я бы предложил тебе... Я понимаю, что торта, нам назвать, но... Нашу банду. Не уверена, что остальные надо, понимают. Чтобы название было просто убойным! Глупости! Людям всегда нравятся мои выступления. Кроме того, нужно иногда напоминать твоим друзьям, что радио — это не только... Неплохой, кажется, вышел праздник. Для малыша. Шарики, колпаки. Не то, что моя вечеринка, конечно. Помнишь, как мой папа заставил Энди показывать фокусы? И как мы все потом играли в «Догони мутанта» в Атриуме? А, ну да, тебя же на мою вечеринку не приглашали. Какая... Ты веселый. Иногда мне кажется, что ты такой же придурок, каким выглядишь. Спасибо за приглашение. Праздник и правда классный вышел. Я знаю, что... Мы с Бочем тебя немного доставали. Ладно. С днем рождения, все такое. Я лучше вернусь. Ну, понимаешь. Ну, знаешь, веселье. Мы теперь лучшие друзья. Пап! Праздник удался? 10 лет, боже мой. А ведь твой папа, кажется, только вчера пришел. Ох, не слушай мои бредни. Ты же ждешь подарка, верно? Вздор. Что, 10-летние не любят подарки? Хочешь верь, хочешь нет, но мне самой когда-то было 10. Господи, тогда убежище было заполнено до отказа. Совсем не как в эти дни. Тут теперь так мало молодежи. Но что-то я снова разворчалась, а ты так вежливо слушаешь. Вот, держи сдобный рулет. Я его специально для тебя сегодня утром испекла, и можешь ни с кем не делиться. Сегодня твой день. Ты бы Эй, тоже Оля, попробовал кажется, повеселиться. Пол размяк. Может... Я хочу есть, а этот дурацкий робот испортил весь торт. Дай-ка мне булочку. Плюнет на рулет. А может, поделимся? Тебя что, опять... Не смей так... Тебе да, понравилось. Да, может, ты представишь нас своему новому лучшему другу? Как тебе это понравится? Думаешь, он не догадывается? Днем рождения! Что ты творишь, а? Не сомневаюсь, успокой. И в голову не пришло, что ты рождения. Он тебя не ушиб, а? Гуляй и веселись. Ну давай, сделай вид, что тебе нравится. Нравится тебе Пип-бой, сынок? Нормально сидит? Нормально. В общем-то, да. Рад, что тебе понравилось. Некоторые считают, что серия А малость примитивна, но я всегда любил их за надежность. Не сто... О, да, чуть не забыл. С днем рождения! Не ахти какой подарок, но надеюсь, тебе понравится. Как дела, сынок?
Так что такое с Бучем? Поверить не могу, что он затеял... Ты никогда не научишься, да? Не умеешь прикусить язык, даже если из-за этого тебе собираются нос расквасить. Да ладно. О, на меня смотрит твой папа. Дам-ка я всем остальным тебя тоже поздравить. Спасибо, что пришел, Стэнли. Я знаю, ты был очень занят с очистителем. Надеюсь, все в порядке? Ну же, Олли, у тебя всегда есть хорошие мысли. Как вам праздник, миссис Палмер? Знаете, макароны. Я помогала все тут украшать. Супер круто, да? Правда? Все просто блин, замечательно. Блин, Олли, ты просто кто главарь молодец. Банды, ты или я? Праздник удался? Джонас? Чуваки, вы придурки. Хоть у кого-то должны быть мысли получше. Спасибо. Хорошо, сейчас что отправлю его вниз. Это был Джонас по интеркому. Мы с ним приготовили тебе небольшой сюрприз. Джонас ждет тебя внизу на реакторном уровне. Иди к нему. Не думаю, что кто-то обидится, если ты пропадешь на пару минут. Да как же, все убежище обойти. Думаю, это важно, поддерживать контакты с молодежью. Все, знаешь, это часть моей работы. К тому же я люблю праздники. Кого там точно не будет. Конечно. С днем рождения, девонька. Боже, что? Надеюсь, праздник только начался. Конечно же, тебе не 5 лет. Ты большой 10-летний мужчина, так ведь? У тебя даже свой личный пип-бой есть. И знаешь, что я сделала? По этому поводу я сочинила для тебя стих. Надеюсь, тебе понравится. Не говори глупостей. У меня железное правило. Один стих на один день рождения. Если бы я подарила тебе 2, представляешь, как бы Буч обзавидовался? И сэр Гомес, нам было очень приятно поговорить. Еще раз спасибо, что зашли. Да, шучу. Спасибо, что пришли, мисс Беатрис. Надеюсь, вам тут нравится. С днем рождения! Боже мой, да я бы в жизни не пропустила этого. Милый ну, мальчик, давай. Мне как раз. Джонас ждет так, тебя погнали. Внизу. Реактор, верхний уровень. А, так я же могу там, наверное, открыть с помощью вот тех таких хреней. А, нет, все равно. Может, ну, окей, пошли туда. Убежище. А давайте наверх сначала сходим, посмотрим, что там. Может, что-нибудь найдем, лутаем уже в первые 10 лет. Похимичишь? Кажется, все отлично развлекаются. Никуда не праздник удался, сэр. Да ладно. Я тут вот линейность в самом начале это как-то не особо. Хотя так, в принципе, наверное, практически все игры, наверное. Что вы здесь делаете, молодой человек? Я думал, детям на реакторный уровень вход закрыт. Ладно, не дергайся. Я просто пошутил. Слушай, раз уж тебе 10 лет, тебе не обязательно терпеть такие подколки от взрослых. Ясно? Постой-ка минутку. Думаю, папе захочется самому отдать тебе подарок. Что же он мне подарит? Фильтр. Не могу я пока ее открыть. И это не могу. Ну что, хочешь получить сюрприз? Конечно. Смотритель выдал тебе пип-бой. Это значит, что теперь тебе будут поручать работу. Так что я решил, что пора обзавестись еще кое-чем. Настоящее пневматическое ружье. Старое, конечно, но должно отлично работать. Джонас нашел его здесь. Было оно в никудышном состоянии. Мы добрых 3 месяца искали все необходимые запчасти. Знаешь, как трудно найти такую маленькую пружину. Хорошо, что Буч потерял свой выкидной нож. Ну, что скажешь? Хочешь попробовать? Убивать будем. Полегче. Это просто пневматическое ружье, но это не игрушка. Пошли его попробуем. Так, погнали.
Так, я думаю, уже пора снарядиться. А, снарядились уже. На единичку поставим. Ну, что скажешь? Можешь спускаться сюда и стрелять, когда захочешь. Да, дробовик это было бы круто. Я бы никогда не справился без Джонаса. Поблагодари его хорошенько. С днем рождения, приятель! Веселишься, да? Эй, 10 лет не каждый день исполняется. А теперь иди и покажи мне, как ты стреляешь. Сейчас я свой скилл покажу. Если оно... Это... Нет, отсюда не получится, да? Оно же заплезинное только. Осторожнее, это рат-таракан. Думаешь, сможешь пристрелить его из пневматического ружья? Так, what's... What? Дельси, и стреляй. С тобой все будет в порядке. Молодец! Одним рат-тараканом меньше. Мутанты. Ну-ка, давайте сделаем снимок на память. Запечатлим момент. Эй, Джонас, сфотографируй нас с охотником на крупную дичь. Угу. Улыбочку. Папа еще в одежде. Есть разные части тела, верно? И когда мальчик сделает, это неправильно. Откровение 21.6. Я есть альфа и омега. Начало и конец. Насколько я могу судить, ты абсолютно здоровый 16-летний юноша. Так что да, ты должен пойти в класс и сдать козу. Ну, давай, тебя ждет экзамен. Квалификационно-оценочный задачник администрации. Коза. Все в убежище сдают его в 16 лет. Помогает определить, какую работу ты получишь в убежище 101, когда немного повзрослеешь. Так что отвечай внимательно и постарайся не уснуть. Да. Помнишь, как говорит смотритель? В убежище мы родились, в убежище мы умрем. Каждого тестируют, чтобы определить его склонности и обратить их на благо всех жителей убежища. Знакомо? Это не моя прихоть. Таковы правила. Тебе исполнилось 16 лет, так что в этом году ты сдаешь... Да ладно. Ничего страшного в этом нет. Его все сдают. Ты Береги себя, сынок. Итак... Ну-ка. Ну, какие-то всякие эксперименты. Но все равно как-то в секрете немножко держится. Итак. Я думаю, пора закончить нашу первую часть. Я уже почти полчаса снимаю. Подписывайтесь на мой канал. Доброе утро, Джонас. Всем пока.